Работы по строительству магистральной теплотрассы начались еще в мае. Здесь специалисты акционерного общества «Урайтеплоэнергия» прокладывают совершенно новый водовод. Главная цель строительства – связать между собой основные городские магистральные линии. Это в будущем нам позволит закольцевать две магистрали и тем самым решить проблему безаварийного теплоснабжения социально важных объектов, таких как новый строящийся стационар, детские поликлиники, роддом, весь, можно сказать, вот этот медицинский городок. Протяженность строящейся магистрали составит 340 метров. Диаметр новой ветки – 530 миллиметров. Для увеличения срока службы теплотрассы трубы в Урай доставили в заводской изоляции из пенополиуретана. Завод-изготовитель дает гарантию 25 лет. То есть усиленная теплоизоляция и гидроизоляция тоже. Гидро- и теплоизоляция усиленная. Через две недели работы в больничном городке будут полностью завершены, после чего специалисты акционерного общества «Урайтеплоэнергия» продолжат реконструкцию линии тепловодоснабжения в третьем микрорайоне. Горячее водоснабжение мы закончили в третьем микрорайоне. Дома 9, 10, 12, тут район 20, дома 3, 20. И будем делать от 4 мака в другую сторону третьего микрорайона. С новой трубы прокладка, замена труб. Протяженность реконструируемой магистральной линии горячего водоснабжения составит 800 метров. Кроме того, для ответвлений на дома рабочие заменят еще порядка километра труб. Эти работы продолжатся до самых заморозков. А тепловые сети, которые снабжают урайцев отоплением, как нас заверили специалисты «Урайтеплоэнергии», будут введены в эксплуатацию точно в срок, на старте отопительного сезона. Новая ветка тепломагистрали будет пристыкована к действующей прямо здесь. То есть рабочим осталось протянуть буквально 40 метров трубы, после чего здесь будет проведена рекультивация земли и благоустройство территории. Михаил Малеев, Шамиль Саидов, специально для новостей.